Привет. Решил я переснять видео о чехле защите катушки. Много спрашивают в жизни, в личку пишут, много относительно небольшого количества зрителей на канале. Но тем не менее, видел и другие популярные блогеры пытались как-то картонные коробки поставить в плюс катушки, но это, по-моему, чушь полнейшая, это ни о чем. То есть, если почитать отзывы у людей, которые заказывают откуда-то из-за кордона себе катушки, приходят другой раз даже с помятыми ручками, то есть металл гнется. Что говорить о картоне? На рыбалку в такой картоне носить с собой катушку, это опять же, это до первого намокания он превращается в труху. Поэтому я как бы никогда им не пользовался. Есть неопреновые чехлы. Ну, тоже, он защитит, да, он от царапин, но не более. И мне не нравится. И я ими не пользуюсь. Хотя тоже, как вариант, есть некоторые люди, скажем, используют одночасные удилища, не разбирают их. И вообще оставляют катушки на удилище постоянно, не снимая. Для них, да, потому что таких неопреновых чехлов очень большое количество. И то есть, есть такие, которые одеваются прямо на удочку. Для них это как вариант. Я же по этому поводу много спрашиваю. Я использую такой чехол. Видите, то есть остается тут место, здесь. Тут 2500-ая катушка. Это вроде самый популярный ходовой размер. Но я так полагаю, что влезет до 4000-ного размера. Опять же, что чехол крепкий, хороший. Все-таки большую роль играет цена, и у нас, к сожалению, в Финляндии таких нет. Сам я заказывал тоже из Китая, и цена этого чехла 2,5 евро. Ссылки я ниже оставлю. То есть хороший вариант, на мой взгляд. К катушкам к своим я всегда аккуратно относился, и до этого я тоже чем-то пользовался. Открытые катушки, то есть мясорубки. Я использовал неопрен, а для мультипликаторных катушек такой чехол. Кохфер их называют, да? Так. Я такое слово не использую, поэтому для меня как-то необычно его говорить. То есть, я думаю, это многие узнали. Во всех странах, я так полагаю, его не проблема достать. Он есть в продаже. Это чехол для GoPro. Они есть три по размеру. Это самый маленький. Он подходит практически на все катушки до 200. То есть я покажу, сейчас вставлю фотографии. На примере своих у меня была Татува компакт, Курада 70. Прекрасно они сюда влезали, и побольше размером катушки бы влезли. То есть, опять же, я говорю, такой чехол есть у всех во всех странах, если хотите защитить свою катушку. А если с Китая, опять же, вернемся к цене, заказывать 4 евро стоит. У нас в магазине 20. Это разница. Наверное, у кого-то встанет вопрос у открытой катушки, а мясорубки влезет. Нет, я думаю, максимально 1000-ный размер сюда поместится. То есть, как бы, даже если он так влезает, ну, душка не даст закрыться. Он остается. Хотя, если поджать, то вроде как можно. Но я не использую, я говорю, под мясорубку его. Все, пользуйтесь на здоровье. Ссылки будут ниже. Удачи.